На канале Королевство вкусных блюд с вами Ольга, и сегодня мы приготовим вот такую закуску для любого праздничного стола – канапе с сельдью. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить вкусные, новые, интересные рецепты. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить! Нарезаем кружочками лук фиолетовый, берем свежий огурец, я предварительно его очистила от кожуры, также нарезаем тонким кружочком, берем отварной картофель, очищаем и нарезаем на тонкие пласты, из них будем формировать вот такие канапешки. Примерно все ингредиенты должны соответствовать форме. Берем тостовый хлеб белый и также выдавливаем вот такие кружочки. Берем очищенную сельдь, постарайтесь убрать все косточки и выдавливаем вот так. Тоже получается вот такие кружочки. Берем для начинки творог, сметану, чеснок и мелко нарезанный укроп. Блендером все перетираем до однородной массы, чтобы она стала эластичной, без комочков. Добавляем немного соли, перемешиваем и собираем наши канапешки. На хлеб выдавливаем творожную массу. Я это проделываю кондитерским мешком с насадкой-звездочкой. Сверху кладем картофель. Свежий огурец. Лук. И в заключение сельдь. На шпажку нанизываем оливку. Протыкаем, и у нас получаются вот такие красивые вкусные канапе. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Не забывайте про колокольчик. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!